всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, очень много подписчиков, сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта SCP-RP, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. 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 Сегодня привет. Я буду прятаться от пацанов один, а все остальные будут пытаться меня убить, потому что карта очень большая, я отлечу в сторонку, вам покажу, что здесь три уровня, они очень большие, если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем... Начинать. Пацаны, ждите меня, я пошел. Давайте я вам скажу, когда я уже буду готовый. Как раз я вам двери пооткрываю. Здесь очень двери долго открываются. Изучим эту карту, это что-то новенькое. Мы на такой карте еще ни разу не играли. Если она будет крутая, я ее добавлю в коллекцию свою. Мы пока тут... Да-да-да, я ж буду идти и бомбы вам ставить, за подлянки делать. Ну ладно. Так, отлично. Стоят бомбочки. Так, двери здесь открыты. Насколько помню, лифт где-то здесь находится. Ой, вам, пацаны, сладко придется там. с бомбами. Хорошо, что не будет. Так, это я лифт вызвал. Едет лифт, отлично. Я прям слышу, как он спускается. Да-да-да, вы по звуку поймете, что это лифт. Отлично. Ты убрал мои матроник. Ничего страшного, бывает. Спускаемся вниз. Пацаны, ну что, можете, в принципе, уже потихоньку начинать меня идти искать. Я не знаю, я правильно иду или нет. Это, знаете, как побег. Я знаю, что сзади меня идут куча аниматроников. Надо как-то от них сбежать. О, я слышу, уже бомбы мои активируются. Еще одна. Я иду за тобой. Да ну не спешите, пацаны, вы ж так меня убьете очень быстро. А я вообще запутался. Фух, я успел спуститься. Офигеть. Вы слышите лифт? А, они там. Я уже здесь. Да не надо, пацаны, я же свой. Какой свой? Не вижу своих. Где шляпа твоя? Эй! Это как бы не убийство вами было, это баг в игре был. Было бы все-таки эпично, если бы вы подняли лифт, и я там сижу. Давайте, пацаны, я сам на самом нижнем левеле я. Я вас жду. А я пока мясорушкой запасусь. Оружка взята успешно. Слышите? Слышь. Давай, давай, иди ко мне. Во, прикольно здесь. Я еду. Здесь как-то электричество, наверное, можно активировать, нет? Было бы классно. О, я слышу, кто-то кнопки жмет. Мас, я уже иду за... Я слышу, лифт спускается. Я знаю, он на нижнем, он у лифта, у меня. Да нет! Я видел фонарик. Нет, это не я! Блин, это жесть! Ну нафиг, фонарик. Я валю. А, он в тяжелый. Да нет, это не я. Да. Кстати, меня еще никто не убил официально. Справа никого, можете не идти. Кто там за маленькое спрямь трапает? Там никого нет, я смотрю. Вот здесь, возможно. Я вот сюда шел в последний раз. Вот здесь. О. Слышите? Это наверху. Это я внизу самом. Я рядом. Давайте, пацаны, жду вас. Ой, просрала. От говна. Этот дверь не открывает. Нифига себе, лупашит. Да что это так? Еду я к вам, раз вы ко мне не идете. Я бегаю как сумасшедший по всей карте, не могу найти. Чай, какая-то большая дверь там сейчас открылась, большая. Вы слышали, да? Я слышал. Он, возможно, у CP-170. Не, он не... Вот он, я его видел. Прощайте. Я спускаю вниз. Я вас здравствую специально, чтобы было интереснее. Ну чё?
Идете? Вот он тут. Видно? Где-то близко, но нет. Иди сюда. Я здесь. Ты сгорел. А мы нижние, это где Дима сейчас был, тяжелый зон. Я на середине сейчас, посерединке нахожусь. Димас, ах! Да это оружие не очень мощно. Хорошо, ладно. Мощно, мощно. 10 тысяч хп выносит быстро. Да, тяжело. Хорошо, давайте возьмем поярче. Ой, похоже. О, вот это вот возьмем. Это получше будет. Жду вас, давайте. Кто против меня? Я режим Рэмбо включил. Я жду лифт. И поднимаюсь уже. Да? Блин, а я до сих пор на втором левеле не могу лифт. Это будет сейчас мясо, ребята. Как ты стал нам страшно? Теперь ты на нас охотишься? Нет, у меня оружие теперь конченое взял. Я теперь не умру быстро. Я взял аниматрон. Я его вижу, вон фонарик. Где? А я поднимаюсь вот на лифте. Да? Ну нафиг. Так, 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 стрёмный очень что момент. Мы дверями, то... Я убежал. А, съел, ладно. Ладно, всё-таки ты важнее оказался. Но мне понравилось. Так, я лечу ещё на средний левел. Говно! На! Ах ты! На! Умру и убью! Да отвали ты от меня! А чё ты не убираешь? Ты не попадаешь! Убил! Это было сильно, я тебе скажу. Нормально, мы с тобой повалились, прям ПВП устроили. Так, давай еще разок, я на этом же левеле. Только в другом месте. Вот что я возьму. Вот теперь я готов. Ты... Я слышал, где он. Где он, я не знаю. Вот я. Он пулемет, я знаю, где. Я вернулся. Это мясо, ребята. Это как всегда мясо, ну. Спасибо, что ты убил его. Я сейчас приду к тебе, брат. Не сможешь, не сможешь, я хорошо держусь, пацаны. Галима оружие, да? Хорошо. Теперь этот комплекс, так это сюда, потом сюда. Не, не. А у меня нет никакого оружия нормального. Ну хорошо, будем этим стрелять. Это... Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. На! Хорошо. Нет. Красиво вы меня убили. Нет. Так, я лечу. Меня убили два раза, и угадайте, кто? Конечно же, свои. Ну так это friendly fire, привыкай. Это самый опасный, самые опасные, это не враги, а... А, это... Чё ты нас сбрасываешь? Туман красный. Я никого не пускаю сюда, я просто бросаю гранатами и все. А мы не можем тебе пройти никак. А почему вы не можете пройти? Проходите, я разрешаю, мочите меня. Меня просто руталки. Да? Блин, печально. Может это гранаты такие? Да, они. Да как вы прошли? Я же кидал гранаты сюда много что.
Нормально? Кто еще ко мне? Я разозлился, вы меня убивали много раз. Моя очередь. Вы ж можете невидимыми вставать, вы что же учитываете, это используете? Так, 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 ждем пацанов. Так. Блин, я аж дернулся. Спасибо, что напомнил, что мы можем становиться невидимыми. Да, вот теперь я буду вас мочить еще сильней. Ты мастер Мизолин? Я? Я возле спаунов. Давай, жду вас на самом-самом начале карты. Его там нет, я не вижу. Есть, я как это нету? Он внизу. Он внизу. Я внизу, давай. Ты забыл вот про это, ты знаешь, что ты забыл? А почему не умирает? Эй, друзья, ну что уж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!